Закину в ТГ запись. Закину в ТГ запись. Так что погнали. Крутим два местечка по 50 голды. Вас много на самом деле, ребят. 40 человек примерно здесь. В колесе, пиздец. 40 человек в колесе, жесть просто. Оно еще крутится будет лет 50, наверное. Вот, выложу в ТГ запись. Надеюсь, она выложится, потому что там очень много нельзя выкладывать по времени. Если что, на YouTube залью, ну вдруг, если придется. Как бы по ссылке просто залью в телегу. Вот. Так, что тут у нас, что тут у нас? Майло Мейн. Так, свиди, так, и Бетти. Икс Бетти, Икс Ю. Блять, опять Икс. Блять. Бля, я не могу это. Так, ладно, Икс Бетти. Где-то видел. Мне на Иксе ровно, блять, на сотку голды, по-моему, денег. Так вот, чик. Так, Икс Бетти убрали. Бетти. Короче, давайте по вчерашнему курсу бахну просто. 20 лямов это будет, 2 чека. Так, 20, 2 чека будет. Блять, охуенно я скопировал, дурачок. Дурачок на Лейкине, пиздец. Так, 4-2. Все голды, это получается, да, 20 лямов. Чик, улетело. Спасибо большое за участие, благодар очка. Поехали, next. Здесь также я все голды выиграл. Блин, прикачок, я стараюсь. Я, блядь, шаманю, прям шаманю на тебя. Я тебя не вижу, прикачок. Блядь, я тебя не вижу, прикачок, ты где? Ты где? Тебя тут нету, братец. Так, так. Опять сейчас на Икс. Ты посмотри, там все, сука, на Иксе. Вот на мейн, остановитесь на мейне. Давай. О. Блядь, надо заходить, будет на мейн, кстати. Так, Ник Сарден. Блядь, я на мейн-то не зашел. Ник. Где он тут? Хорошо. Так, вы видите его? Я тут тоже его не вижу. Вот он. Чик. Так, а у меня мейн-то не зашлось. Сейчас зайду. О, кто-то сунлев лапнул. Нихуя себе. Пиздим. Спасибо большое. Так, ну хорошо, уже не на иксе. Тогда еще можно сделать 2 по 25. Если на иксе выпадут 2 по 25, мне хватает денег как раз. Это по чеку будет. Вообще имба. Имба, имбище, имбулина, имбушка. Так, мейн. Охуенно придумал навидик. Навидик логин вписывать. Ну, вообще гений. Гений. Гений, просто гений, не благодарите. А как же свирель? В смысле свирель? В смысле? Я выбрал же человека по... Вот, кто выиграл. В смысле? Или ты имеешь в виду, типа, про себя? Так, здесь у нас 50 голды, сколько будет? Это мой перс, понял? Но сейчас я еще буду разыгрывать, подожди, тише, тише. Так, 50 голды, это сколько получится здесь по аукционисту? Сейчас посмотрю. Бля, чью минуту ждать? Видос. Видос, ты на лет 10 будешь. Ладно, если что, я залью себе на канал видос. И потом просто его... Ну, чтобы он на канале не висел, этот видос, я просто его залью в ТГ. Короче, вот, ответом. Ждем минуту. А, так, да. Гений мысли, все верно. Давайте по 25 голды сейчас будем разыгрывать. Так, как вчера, короче, делали. Только я попробую 4 места по 25 сделать. Если получится. Но если все будет на иксе, то я не смогу, потому что максимум 2 места на иксе мне хватит. 750, короче. 750. 750 раз в 3. На 50. Получается 3, блядь. Так, 3 чека и 7,5 лямов. А у меня этого не будет, да? Один чек продам. Чик. Чик. Блин, сегодня без песен, без всего не прито, сори. Сегодня вообще вот, ну как-то не успеваю в этом плане, типа, поэтому без песен. И чека, и 7,5. Вот так вот.
все. Спасибо тоже за участие. Благодарочка. Погнали. Если получится, сделаю 4 места по 25. Вот. Если на их все падать не будут, хорошо? Давай на их еще 50 золота. У меня ровно осталось 50 золота, и все. Поэтому лучше 4 по 25 сделаю. Потому что людей много очень, хейтер. Людей много, я хочу порадовать большинство людей. Ну, много людей хочу порадовать, не просто там счастливчиков. Потом мне надо что-то продавать будет, я не знаю, что продать. Точку, хуёчку. Как бы надо искать кого-то, это время. Это время, а время это деньги, мы это все знаем. 1D6, о! Ливни Рок, юаньки. Кстати, вот эта девчонка, по-моему, ребятушки. Ребятушки, цепляем. Ливни Рок, не видел, кстати, такого никогда никнейма. Юаньки, мне кажется, это классно, кстати, будет 1D6. Так, 1D6, сердечко, сердечко, где тут у нас было, вот оно. Чик. Все. Так, блин, получается 1D6 надо открывать теперь. Ебать. Не понял. Что-то не подготовился я, короче, нихуя к розыгрышу, да? Надо было зайти, я, блядь, как дурак. Не подготовлен. Я просто не ожидал. Это я. Спасибо. Джоли Понг. Да не за что, не за что. Не за что. Спасибо тебе за участие, но сори, что не 50 голды. Будет уже 25 голды. Вот. Но ничего страшного, все равно лучше, чем ничего, правильно? Лучше, чем ничего. Хотел бы разыграть много, но просто тогда будет... просто не очень хочется, короче, чтобы было там 3 победителя, и все остальные писю сосали, как бы, ну такое. А так хотя бы все могут поучаствовать. Блять, спасибо. Тебе денежку получается, да? Сейчас скинем. Вот так вот. Даже на стриме, видишь, сидишь, слушаешь. Вот так вот. Негодую, да? Да, а у меня, кстати, Ханазу-кун, что-то видос был на 10 минут, и он мне не давал крепить. Нет, если именно залить прям видос, он, сука, не давал. Но если можно будет, тогда вообще будет имба, и я не буду никуда вкладывать, просто телегу так и выложу, и все. Так, ждем минуту. Классика вообще. Просто ждем минуту. Надо так стрим назвать было. Ждем минуту. Ну а что нет? Я недавно играю, так что... А, да. Тогда хорошо. А ты кем играешь? Джоли, ты кем играешь? Джоли или Джоли? Вообще Джоли Понг, наверное. Кем играешь? Так, давайте... Хотел посмотреть, я забыл там. Кстати, 200к. 200к голд был вчера. 200к. Ну, кстати, это 5 лямчиков получится. 5 лямчиков. Да. 5 лямчиков. Где-то 5100. Лучник. Блин, у меня луч... А, маленький лучник? Так, 510... 510, 500, да, по-моему? Да. А есть у меня что на лучника? Блин, это хейтерская накидка. Во! Сейчас мы ей запулим. Чик. Лошадку на будущее. Лошадку на будущее. Так, а этого у меня тут ничего нет такого сладенького. И вот прям сладенький наручи кровавой луны на будущее. Прям вообще вот. Прям влип-вливыч. Чик. Я думаю, что это будет вкусненько. Я думаю, что это будет вкусненько. Удачи тебе. Удачи тебе. И еще раз удачи тебе. Так, хорошего кача получается. А, ты даже вот здесь стоишь. Рядышком. Да, я только сейчас увидел. Я просто слепой, кстати. Ну, как раз тебе... На 6 уровне наручи оденешь новые на 6 уровне. А на 6-8 себе сделаешь бижу еще. Ну, точнее, не сделаешь, а оденешь, вот. Да, да, я серьезно. Я серьезно. Серьезнее некуда. Так, погнали дальше. Давайте еще 25 голды. Полетели. Тогда пока еще можно 2 места по 25. Если X не падает, можем бахать, потому что на X у меня денег нету. Я бомж. А можно мне тоже подгоны на X? Блин, на X денег нету, прекращок. На X бомжую, пиздец. Блин, спасибо большое. Да не за что, не за что, не за что. Не за что, все нормально. Да и все бабы где-то вообще. Блять, там два ника прям на X. Прокрутись. Блять, не доехал. Вы не подумайте, я не хочу тех, кто на X, просто денег нет.
Так, ладно, ник Шайка, погнали. Не доехал до мейна чуть-чуть. Так, ник Шайка. Это X у нас получается, да? Чек. 25 это чек будет. Чик. Спасибо большое за участие тоже. Благодар очка. А за проблема в том, что там, если загрузить весь стрим... Не, ну там не весь стрим, я сейчас описываю прям. Я понял, о чем ты понял. Понимаешь, это мусорный стиль, но нормальный стиль. Что ты начинаешь-то? Нормальный стиль, тише. Так, 1.36 пролетает. И... Блять, опять их! Сколько можно? Ну хватит, хватит. Миллениум. Так, камбэк X 1.46. Миллениум. Привет. Сколько можно, блядь? Ладно, я сейчас попробую бабло намутить, короче. Попробую бабло намутить. Вот можно как-то мне плюс 5 точку взять и пополам распилить и двум отдать, нет? Так, миллениум, прым-пым-пым. Спасибо тоже огромное за участие, ребята. Участвуй, вообще красавцы, молодцы. Смотрите, следите за ТГшкой. Буду стараться там делать. Последнее забирают, последнее. Вот просто выгрызают. Ладно, еще что-нибудь продам. Так, последний чек, да? Давайте еще попробую по 25 месяцев пиражи продать хотя бы, я не знаю. А, у меня есть все эти сундуки продать. Ладно, мне еще на одного хватит. Еще на одного человека хватит. Ебать, как у меня сейчас просадка будет дикая. Ну, сори, у меня просто 6 окон, ребят, открыто. Это пиздец. Скажу честно. Давайте сделаю вот так, чтобы было нормально хотя бы. Еще видос, кстати, на видос там вообще хавается. Так, праймы, да, сокровища. Сокровища прошлого. Нет, светофор, нет, светофор, блядь. Мне, по-моему, светофор словили. А нет, смотри, отлагал. Я думал, все, я думал, мы умерли. В GTA RP, конечно же. Бля, я думал, мы не выжили, реально. Видно. Так, ладно, давайте, кстати, ладно. Хорошо, 192 миража есть, можно еще миражи продать. И будет еще два победителя. Хорошо, погнали. Бедный X. Для чувака того, который в предыдущий раз на Иксе вытащил, не снялся со списка, по-моему. Ну ладно, если я проебался, ничего страшного. Если я не снял со списка, ханазу. Если он выпадет, мы все равно не скинем тому, одному и тому же человеку не скинем, ничего страшного. Ну, по идее, вроде всех снимал. GTA 8, спасибо большое, хотя. Спасибо. Так. X. Давай на один решение. Да почему? Блять, Сатан вчера, кстати, выиграл, по-моему. Блять. Ну вы поняли. Я не могу просто. Ладно. Так. Сатан. Спасибо большое за участие. Мне кажется, люди, которые будут смотреть запись, подумают. Я он, блядь, жадный нам. Где тут у нас? А где Сатан? Кто-то видит его? Сейчас, ладно, еще что-нибудь придумаем, погодите. Не, вообще вроде снимаются все. Вот, видите, процент растут. Так, Сатан. Чек. Спасибо тоже за участие. Благодар очка. Погнали. Ладно, сейчас еще намутим. Еще хватит одного. Да. Я и сейчас так думаю, да? Угу. Тупо жаднич на Лейкине, жаднич. Ладно, биражи, походу, в расход пойдут. Да, блядь, алмазку не покупают. Купили бы алмазку, там можно было бы еще поразыгрывать чуть-чуть. Так, смотрим, кто же здесь у нас победит. Так, смотрите, там опять X, и вот 1.36 есть, Мили Лав, но он пролетит, походу, дальше на следующий. Во. Виталис, по-моему, это ты, или нет? Виталис, это же ты, братец. Нет? По-моему, это Виталий, как раз-таки он на стриме у нас сидит. Вот. Так, сейчас бы удалил бы Гибыча, было бы сильно. Так, где у меня камбэк?
Все, вижу тебя. Так, 25 голды, это 5 лямов, 5-100. 5-100. Так, 51, 510. 5-100, да? Чик. Спасибо большое тоже за участие, благодарочка. Ну, погнали еще талант. Погнали. Я даже не знаю, сколько я уже на самом деле разыграл. Хуй знает. Ладно, пока есть средства, разыграем еще. Пока есть средства. Я просто не знаю, сколько там человек уже запулил. Ну ладно, по 25 также поразыгрываю еще немножко. Если их не будет падать, то вообще как бы... Это, ну, неплохо будет. Как бы не звучало сильно на самом деле. Так, да блять. Кстати, Вилли, по-моему, тоже вчера выиграл, разве? По-моему, Вилли вчера тоже выиграл, кстати, к слову. Везет, все, людям. Эх, XXX. Так, а у меня не купили случайно алмаз? Ну так, чисто случайненько, не? Понял? Так, камень бессмертных. Попрощаемся с камнем бессмертных. Сколько у меня их тут? 192. Блять, все прям солью, потому что, ну, как бы невозможно. Это невозможно. И мне числа. Так, Вилли, спасибо за участие. Благодар очка. Погнал. Так, ну ладно, еще на одного хватит на иксе. Погнали, 25. Ну да, Вилли вчера выиграл. Ну, а в смысле, а как я еще сделаю? Ничего нового, да? Хейтер, а как я сделал? Ну, это же, ну, я же не могу подкрутить, правильно? Тут, блин, столько человек. Просто вот совпадение. Хейтер, а чем ты говоришь, одни и те же выигрывают? Ты, блин, все аукционы забрал, все. Подкрути там. Так, там вообще 1-3-6 много вместе стоит. Смотрите, вот все 1-3-6 вместе стоят, и там, сука, чел с икса. Смотри, смотри. Блядь, стоит просто 3 человека, сука. Блять, ну как это работает? Еще и нефрити падает, блять. Вот, блять. Нефрит, давайте попозже скину, лады. Ты пока здесь, я тебе попозже скину, хорошо? Чтобы я еще одного человека мог бахнуть. Или тебе сейчас скинуть лучше? Я продам точку и тебе за пулю 10 лямов. Я тебе буду уже должен чекать, хорошо? Договорились? Да, это, кстати, по-моему, Миха. Мишкина. Нахуй с пляжа пишет. У Неврита еще один шанс есть так-то, блядь. Давай, да? Давай, погнали дальше. Блядь, там видос уже на 18 минут. Челы, которые, короче, будут смотреть видос на 18 минут, это будет пиздец. Они скажут, ты че, долбоеб, ты не мог ники просто вытащить ники? Мы посмотрели бы, нас там нет, мы не будем смотреть видос. Ты че, дурак, блядь, что ли? А я отгружу, блядь, 20 минут видос, мне похуй. Я, блядь, дурак. Так, погнали. Бля, опять камбэки, иксы там все. Ой, там вообще не судьба просто, блядь, никак. Нарцисс, кстати, нарцисса мы знаем. О, 6 коробок, миражей и 22 небески. Это он пишет. Но мы ему тогда вытащим по-другому, потому что, ну, я ему голдой типа бахну. 25 голды это половина того, что... А, 6 коробок это он имел в виду, наверное, на 100 голды. Нарцисс, ты чё, дуда? Давай ему просто коробки миражей, получается, куплю. На 25 голды, что получится? 5 коробок. Миражей, ну да. 5 коробок миражей. Ебать, вообще сейф. 5 коробок миражей. Нарциссу скинем. Это 25 голды. Мы же по 25 голды раскидываем, правильно? Все верно. Погнали. Давайте еще тогда. Раз есть средства, еще можно одного. Я второй Роблес, походу, почему не я? Да бля. Кстати, кроме миражей, это 50 миражей. Ну, чел попросил, типа. Чел попросил. Ну, так бы 10 лямов, типа, было бы. А так, ну, с чего ты взял, что там 5 коробок миражей, это 50 миражей. Там, может быть, выпадет 100 миражей, например. 100 миражей, это то, те же самые 10 лямов, которые будут. Ну, чек, типа, я бы скинул ему деньгами. Так, опять X, походу, будет, блять. Камень новый имени. О! Ну, блин, ну камень дорого стоит, типа, он 50 стоит. Fit Black. Спасибо тебе огромное тоже за участие. Fit Black.
Так, а я, кстати, убрал же? Да. Так. Fit Black. Камень, новое имя. 50 голды. 50 голды, да? 50 голды. Это я, Прекрачок пишет, да? Эх, Прекрачок, Прекрачок. Прекрачок. Ладно, сейчас задоню. Погоди секунду. Ладно, хуй с ним, давайте его вытащим. Камень новые имени, давай. Сейчас, блядь, Руська задонит. Блин, ну я 15 голды закину, типа, чтобы мне 10 голды было хотя бы, чтобы я мог что-то купить себе. Сейчас смс-очку придет. Так. Люблю тебя, да, Лейка? Да. Да. И сейчас хуяк, а он на мейне играет. Ладно, улетело. Ну, поехали. Пригла не вытаскивать, а выдавать... А... Ханазу, ладно, нормально все, ладно. Давай, не ругайся. А потом мне тоже задонишь. Блять, одни иксы стоят в начале. Вот мейн, вот мелодия на мейн. Вот, вот. А Сашка там писал следующий человек по кругу, кстати, вот. И это будет сервер камбэк, сука, икс, нахуй. Следующий человек по кругу. Следующий в какую сторону? Ну, по идее, колесо крутится сюда, значит, типа, X будет все-таки, правильно? Так же идет. Следующий по кругу, ребят. В какую сторону? Как думаем? Как будем? Идет следующий. У нас колесо туда крутится, правильно? По кругу следующий, это который после него, типа, значит, вот он в эту сторону идет, на X получается. Вожик. Ой, блядь, Сашка, Сашенька, Санек, ебаный этот свет. И еще и рядом стоял. На мелодию закидывай. Да по колесу, наверное. По колесу чё? На мелодию. Чё, с камень человека, что ли? Получается, двоих сразу убираем. Шансы-то у всех выросли. Так, а чё я могу продать, блядь, ещё, чтобы мне хватило? Блядь, вот тут бабки заберу сейчас. Я отменил ТП. Я отменил ТП. Чик. Бля, вот как бы мне сейчас крутануть колесо так, чтобы на иксе тут не выпало? Блять, крысиные мысли. Ну пиздец, просто опять предзадонить. Вожик. Чик. Давайте там, давайте по 15 голды сделаю, 3 местечка, если что, намучу денег. Три местечка по 15, наверное, все. Потому что разоряюсь, пизда. Убери нарцисса. Бля, не увидел. Сейчас уберем. Да, нарцисса забыли, кстати, убрать. Сейчас он уберется. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Убери нафиг X. Ладно. Бля, смотри, там вообще шансов нет. X, 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 X. Бля, 4 икса подряд вообще нет шансов. Просто их нету, блядь. Михаил. Так, Михаил, Михаил. Так, 15 голды, это сколько получится? 15 голды. Ну, по вчерашнему по 400 сделаем. Вот по покупке бахну. Ну, это 6 лямов, да? 6 лямов. Так, что могу продать? Какие-нибудь камни седьмые. Восьмые рубинки. Скупает кто-то восьмые рубинки?
Да, это очень сильно, конечно. Ой, блядь, по какой хуйне скупают? Ой-о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 й. Янтарки по седьмой почем скупают? Сейчас продам, погодите, сейчас будет, сейчас. Сколько там было? 6500? Сколько я сказал? Сколько я сказал только что? 15 голды, это сколько? Это 6 лямов. Все, вспомнил. А что считаю, я не смогу. Сейчас пелену хейтера продадим. Красла боевой песни пару лямов стоит, давай. Сейчас сольем его. Такой хуйней занимаемся, это вообще пиздец. Блять, реально бабки есть. Ладно, у меня еще есть план капкан, блять, я знаю, что еще здесь сделаю. Так, погнали, next человек. Так, я всех убрал, вроде бы. Еще два человека по 15 сделаем. 65 лямов, ну почти. Спасибо за миражи, да не за что, не за что. Нарцисс, привет. Все, икс, так икс, да. Так, когда вижу. Сейчас X. Ну, блядь. Ладно, сейчас я этот. У меня есть, короче. Есть эти. Ярмарка есть. О, 1-3-6, два подряд. Блядь, три подряд 1-3-6. Вообще изи, не чувствую. Так, Shadow. Молотки пишет нам Shadow. Блин, Shadow, ну молотков мало будет. Shadow молотки пишет. Угу. Чик. Мы, кстати, просрочили 6 часов, да? Так, а сколько молотков надо будет на пятнаху? Молотки, молотки. 5 молотков? Они не купились, да? Они купились. А куда они купились? Кто молоток? Я молоток? Блять, кто-то видит их? Вот они. 5 молотков. Погнали. Тут здесь кто-нибудь есть? Нет, все, никого нет. Закидываете трек, вам разрешаю. Нет, трек не надо. Любой трек уже все, хейтер. Нельзя треки сейчас будет, все. Уже нельзя треки. Сейчас треки очень опасно, очень опасно. Так, давайте, погнали. Блин, ребятушки, у вас очень много, на самом деле, участвует. Поэтому стараюсь делать много, короче, мест. Надо уже писать не 100 голды разыгрываю там, а 300, блядь. Я не знаю, ну реально. Блядь, баянист, Семен. Ёбаный. Ладно, 6,5 голды. Семен. Может быть, этот, скипнем Семена, пока он не видит, как бы, он все равно, ну, не узнает. Он даже не узнает, он даже не посмотрит видос, блядь. Он просто, ну, как бы, не узнает. Семен не узнает. Так, 15 голды, 6 лямов. У меня, блядь, отчаянные времена. Отчаянные времена. Отчаянные времена. Он не видит скипай. Блядь, там реально по 10. А, у меня 20 падает. Вот смотри, видишь, 20 падает хейтер, а не по 10. Так что смотри, смотри, прям смотри, двадцатки падают. Видишь? Плюс-минус как бы в нулине там сидит и все. Как бы не по 10. Вот. Типа чаще всего 20-ха, поэтому нормально. Вот. Вот, вот, вообще хорошо, молодец. Прям прекрасно. Еще 50. Нам на розыгрыш не хватает просто, бля, братец. Нет, это чирик дал. Ну, со чириков почти не было. Так, ладно, на пару мест еще хватает как раз. Как раз. Давайте два места последних сделаем. Два. Вообще, по-моему, я уже просрочил два, но мы сделаем. Ебать, блять, видос залью пацанам на 30 минут. Нормально, нормально. Так, камень бессмертных. Вот. Так, камень бессмертных. Продам камни бессмертных 150 штук примерно. Это ровно на 2 хватит мне челика. Да. 2 челика по 6 лямов, если что тут выпадет. Все, как раз, погнали. Все, два места последних. Погнали. Пошли в гуй. Да какой гуй? Я уже это, репипыч. Хочу покушать, хочу в душ.
Кто выиграл уже? Блин, Финн, очень много человек выиграл. Полчаса кручу колесо, блядь. Типа, точи больше сделаешь, то времени нет на точку уже. Я хочу побыться. Я хочу поесть. Я хочу в гуй. Ой. Опять Икс, блядь. А! О, Funny Money, кстати, сегодня был. Он сегодня спрашивал, что там. Funny Money сегодня у нас был. Опять Икс, да? Чик, спасибо за участие. И поехали, последний человечек. И потом на Twitch. Ну, вообще все идет к этому. Когда полстрелить кручку колесо под музыку из Поля чудес, блядь. Я думаю, скоро. Сколько сегодня человек прошло? Как думаете, примерно? Так, мейн. Лакоста пролетает. И камбэк X, блядь. Ну, не пролетает, нихуя. Ты посмотри, Лакоста не пролетел, ебать. Вот я прям уверен был, что Лакоста пролетит. Вообще охуел. Лакоста вообще охуел. Вообще охуел. А в курсе, что на мейне только один человек сегодня выиграл, по-моему? Где он? Может, нахуй Лакосту заскамил вообще его, блядь? Ну, как бы и все. Блин, давайте еще одного, ладно, давайте еще одного. 5.0 шансов, погнали. Лакоста так богата, конечно. Нахуй Лакоста. Следующий человек по кругу, это следующий человек по часовой стрелке. Блин, Ханазу, может быть, то есть мелодия, может быть. Но мы смотрим, в какую сторону крутится колесо, видишь? Ханазу, мы могли бы так предположить, но колесо крутится в левую сторону, понимаешь? То бишь, следующий человек, который выпал бы после Сани, он был бы в левую сторону. Видишь, она крутится как? Типа, идет. Бля, кто бы мог подумать, что выпадет X? Да, о, дары небожителей. Дары небожителей. А почему дары сейчас вообще по 5? То бишь, 3 дара небожителей могу бахнуть, да? На 15 голды. Давайте вот тут я возьму 3 дара. Пу-пу-пым. Чик. Ну, тогда можно еще одного. Раз повезло. Погнали. Убрали его, да? 5.26. Да. Вау, икс, как неожиданно. Пиздец, когда люди с икса кончатся, и там типа челов много с 1.36 и с мейна, блядь, люди не кончают, это пиздец. Да, добавь меня в колесо паров. Джотер, ты же не играешь уже, уже поздно. Вот был бы ты в ТГ, вот был бы ты человек Джотера, тогда бы я подумал. Крути до меня, пишут. Блядь, до 3.136 дивизию. Ой, блядь, просто... Красавец, просто красавец, братец. Вот просто... Так, мирозданки, да? Блять. Почему в этот момент у меня закончилась голда, блять? А мирозданок у меня нету? Ну, блядь, и правда, откуда они у меня? Ладно, сейчас закину денег. Блядь. Вот именно в этот момент, когда выпал человек... Камбэк, был бы ты человеком? Камбэк, был бы ты человеком? Блядь, ну я не знаю... Ладно, у меня, походу, даже на этот не будет... Сколько? 100 голды еще надо закинуть где-то. Бля, какой же кринж, ладно. Ничего не скажу. Ничего не скажу. Ничего не скажу. Ничего не скажу.
Ну давайте я два пака куплю просто. Будет не на 15, а 18. Так. Давайте еще. Крути уже колесо до конца, блядь. Блять, это прикинь. Это же вообще пиздец денег, жесть. Скам на голду, ебать. Если повезло, повезло, прям, да. Конечно, Фин, конечно, была бы песня. Долети до 1.6. Ой, испанец вчера, кстати, выиграл. Юани, плиз. А 15 голды, это сколько юанях? 3 ляма? 3 ляма. Три ляма, да? Испанца мы знаем. Там три... Ну, 300, короче. Чик. Давайте еще, ладно. Где Грэнсфилд Джоттер? Так его нету, блядь. Короче, давайте так. До икса кручу. Как только выпадает икс, мы заканчиваем. До икса. То бишь, как только выпадает на камбэк икс, все. ГГВП нахуй. Это будет последний челикс. Как только упадает камбэк X. Блять, тут выбора нету. Там уже хватит, блядь. Там вообще выбора не было, блядь. Ладно, Сатан последний у нас получается. Подожди, Сатан сегодня выигрывал. Стоп. Нефрита, Сатан сегодня выигрывал? Нефрита. И мы его забыли удалить, правильно? Нефрита, был же Сатан. Скажи честно мне. Выигрывал, да ведь? Перекручиваем. Был Сатан, мы его не убрали. Угу, мой проебчик. Угу. Вроде был. Хорошо. Ну смотрите, шанс есть, а? Есть шанс еще на колесо. Есть шанс еще на колесо. Сатан, извиняем. Уже были. Ой, хорошо. 37 минут видоса залью, прям как люди посмотрят. Ай, хорошо. Ох, Амарант, не хватит. Не, все, это последнее. Краус последний был на иксе. Конечно, немножко не доехало, но Краус был последним. Все, получается, на сегодняшний день мы закончили. Бля, ну на самом деле осталось не так много людей. Типа, где-то, короче, 20 победителей было, ребят. 20 победителей, блять, ну нормально, нормально. Примерно реально где-то 20 победителей было. Краус у нас последний. 15 голды, это 6 лямов. Чик. 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 400к себе на чай оставлю. 400к на чай себе оставлю. Все. 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 Бля, Андрюха, я всех писал, по-моему, кто был в ТГшке. Кстати, тебя, да, я, походу, не вижу в колесе, сплинтера не вижу, но я, по-моему, всех вписывал. По-моему, тебя тут нет, Андрюха. Ты у нас заскамлен, нахуй, ты у нас без колеса остался. Короче, получается все. Всех, кого смог, 40 минут, ебать, удачи, пацанам, кто будет смотреть. Вообще удачи.